как хорошо ведет себя господин Казанцев. Что он правильно поступает. Ну при чем здесь дать... Казанцев? Скажите, скажите во что, выйдите. А кто сейчас? Пожалуйста, пожалуйста. Это бывший сотрудник ИГС. Господин, да, бывший Казанцев. Сотрудник. Тихо, 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 слушайте. Не надо, Казанцев. Не надо, руками какая махать. Не надо. Слушай, давайте поприветствуем. Господин Казанцев, профессионал с высокой буквы. Понятно? Разработал 40 лет ГИБДД. Высокая буква, это же живой щит. Не перебивайте, вас не перебивайте. Что ты тут руками махаешь? Слово дадим. Говорите, говорите. Мы не через барьеры. Конечно, конечно, пожалуйста. И начинал работать третья трасса ГИБДД. Это от Внуково и до Боровицкой площади, до Кремля. Есть свои заслуги. Человек заслуженный. Стоит, знает свое дело. Понимаете? Команду о перекрытии движения. Конкретно. Он не давал. А что вы смеетесь? Я вам говорю, как юрист. Он руководит этим делом? То есть он не знал. Он руководит. Он не знал. Я еще раз говорю. Руководит. Тогда если руководителя, не надо переходить на, как говорится, старые древние времена при советской власти. Что руководитель, вот он за все несет. Как же? Да, как, а раз, как же иначе-то? Виночку. Тогда за Саяна Шушенскую тоже должны нести. Должны посадить всех. Тоже должны нести. Правильно? Правильно. Простите, можно вам вопрос? Те, которые отдавали команды и отвечали непосредственно, они уже уволены. Простите. Командир батальона и так далее. Инспектора уволены. Я вам вопрос хочу задать. Вот Федоров, где, вот который в ГАИ руководил, при нем продавали права, без права доступа, проверки, при нем за 50-40 тысяч долларов. О чем вы говорите? А где он сейчас находится? Он у власти находится. А его под суд надо было взять. Взяли были, купили. Вот. И ездили без прав. О, кошмар, вот это все. Да, не надо. Казанцева в отставку! Казанцева в отставку! Казанцева в отставку! Казанцева в отставку! Нургалиева, веселее. У Нургалиева есть 9 месяцев, по-моему, правительство. Да, нет, совершенно вот, с вами согласна. Вот и кричите. Сергей, можно реплику? Да, конечно. Вот. Либо гниет голова.